Не зря мы к вам приехали, это точно. Последний раз были в 14-м или в 13-м? Когда были? 13-й? Когда? Тогда, конечно, этот зал казался побольше. Потому что он был пустоват. Но пустоват только с первого взгляда. Здесь творилось очень крутое. Очень круто было. Но сейчас, друзья, я даже не представляю, что сегодня будет. И надо не загадывать нам вообще. Мы и так с понедельника по пятницу. Сегодня пятница, да? По пятницу почти включительно пытаемся загадывать, что-то планировать, что-то мечтать, что-то добиваться, что-то делать. Давайте, ребята, расслабимся на сегодня. Вообще забьем анализировать, что-то считать, думать. Давайте просто расслабимся и кайфанем, как слово. Кто знает, когда мы еще сюда приедем, да? И к нам тоже заезжайте. Ладно, ребята, я не буду подсаживаться вам на уши сильно. Скажу, что мне приятно сюда приехать. Погнали!